«Светить всегда, светить везде» – это строки из стихов Владимира Маяковского. За островки, на улице, названной в честь литературного гения, о такой роскоши, как уличное освещение, можно только мечтать. О том, что оно когда-то все же было, напоминает лишь разбитый фонарь. Сейчас же, говорят местные жители, света частенько нет не только на улице, но и в домах. Очень темно, конечно, и вообще у нас в квартирах вечером уже напряжение маленькое. Вот, телевизоры не работают и холодильники. Улица Маяковского пополнила наш рейтинг опасных мест Перми. Если вы знаете, где в нашем городе можно легко получить травму или стать жертвой мошенников, сообщайте нам. Телефон 2-630-300, абонент «Утро».